Что ж, мы сейчас хотим с вами поговорить о различных концепциях Бога и зададим два основных вопроса. Первый — это к какому виду реальности относится Бог или имеет Бог? И второй вопрос — какую роль Бог играет в нашей Вселенной? Что касается того, к какой реальности относится Бог, то на этот вопрос предлагались различные ответы. Некоторые говорили, что Бог — это всего лишь мысленное представление. Другими словами, Он не существует за пределами нашего разума. У нас есть некое представление, каким должен быть Бог. Поэтому мы сами создали Его по своему образу. И об этом можно прочитать в трудах немецкого философа Фейербаха, и, конечно, в трудах психолога Зигмунда Фрейда. Фрейд считает, что Бог — это всего лишь проекция того, чего мы желаем. Что ж, был предложен и второй ответ на этот вопрос. Это так называемое самобытие Бога. И этот ответ ассоциируется конкретно с Полом Тиллихом. Тиллих утверждает, что ошибочно считать, что Бог всего лишь еще одно существо, просто лишь в чем-то отличающееся от других существ, потому что Бог — это основа всего существующего, о чем бы ни шла речь. Иногда он называет Бога основой существования или говорит о самобытие Бога. Бог — это не просто некое существо, но Он — основание, фундамент всего, что существует. Совершенно очевидно, что это не то, что мы читаем в Писании о Боге. Конечно, Бог — Творец всего существующего, но Он сам по себе — существо. Что ж, наиболее популярная концепция Бога, если можно так сказать, предложенная в ответ на вопрос, к какой же реальности относится Бог, изображает Его как существо, и здесь мы находим огромное разнообразие в этой концепции Бога. Некоторые считают, что Бог — абсолютно нематериальное существо, то есть в Нем нет никаких материальных составляющих. Другие же, напротив, считают Бога целиком материальной сущностью. А некоторые видят Его как комбинацию, сочетание нематериального и материального. Но очевидно, что именно первый подход мы находим в Писании. Бог нематериален, но это не означает, что Он не может проявлять Себя в материальном мире, но материя не является составной частью Его сущности. Что ж, затем мы рассмотрим наиболее современные подходы к пониманию Бога. И нам говорят, что Бога необходимо рассматривать как существующего вне существования. И как вы видите здесь на слайде, этот подход наиболее всего ассоциируется с постмодернизмом, так как постмодернизм предлагает свое понимание не только Бога, но и всего мира. И он отрицает антотеологию. И антотеология — это теология существования. И вот на чем это основано. Традиционно в большинстве культур и обществ Бог понимался как верховное существо, но существо, отличное от всего другого, что существует. И обычно Он понимался как тот, кто все сотворил, как тот, кто верховный судья. Он — отправная точка отчета всего существующего. У Него критерии истинности. Говорим ли мы об этике, и неважно, речь идет о божественной природе или о земной природе. Есть много всего существующего, но Бог — это верховное существо. И все остальное находится на ступеньку ниже, чем Бог. И обычно те сообщества, те культуры, в которых был принят такой подход,
что Бог — это верховное существо, использовали эту концепцию Бога для того, чтобы оправдать ту структуру общества, которую они создали. И если вдруг вы не вписываетесь в то общество, которое было создано, то вы абсолютно беспомощны. И при постмодернизме огромное внимание уделяется маргинальным группам людей, как раз тем людям, которые не вписываются. И если каждому дать место за столом переговоров, то для того, чтобы выслушать точку зрения каждого, то необходимо избавиться от этого представления, как абсолюта, будь то Бог как верховное существо или от какого-то другого абсолюта. Поэтому при постмодернизме разговоры о Боге все еще ведутся, но при этом не говорится ничего конкретного, что Он такое-то существо или такое-то. Поэтому есть опасность, что это станет общим представлением, и что вся реальность будет представляться как некая иерархия существ, начиная с тех, как бы, с наименьших существ до самых величественных существ, у которых вся власть. И на основе такого представления выстроится и все общество. И постмодернисты говорят, нет, при этом слишком много людей оказываются притесняемы. И вот чтобы не допустить такого положения дел в обществе, чтобы не выстроить общество таким образом, они говорят, давайте перестанем говорить о таком Боге, как о верховном существе. Что ж, вы можете сказать, ну а каков же Бог тогда, на их взгляд? Что ж, они могут называть Его даром или любовью, но при этом не думайте, что они понимают, что Он любящий, так же, как и вы это понимаете. Хорошо. Что ж, это четыре основных ответа на вопрос о том, к какой же реальности относится Бог. И вот второй вопрос, который мы хотели бы сейчас задать. Какую роль Бог играет в нашей Вселенной? И я бы хотел разделить ответы на этот вопрос на четыре разных части. И в первой части я хотел бы рассмотреть библейские образы Бога, какие метафоры используются, описывающие Бога. И когда вы посмотрите на все эти образы, метафоры о Боге, то вы убедитесь, что Бог действительно играет некую роль. И для описания этой роли можно подобрать образы из семейной жизни, из жизни общества или из ремесленной жизни. Итак, давайте посмотрим на те роли, которые Бог играет в нашей Вселенной. Что ж, как я уже сказал, прежде всего мы посмотрим на образы, взятые из семейной жизни и межличностных взаимоотношений. Есть много текстов Писания, но мы не будем их здесь смотреть. Вы можете посмотреть их все дома, они все приведены в ваших распечатках, а также вы можете посмотреть их в книге «Нет подобного Ему». И здесь вот указаны страницы 55 по 58. Итак, где-то Бог изображен как Отец, и это, наверное, наиболее распространенный образ, если говорить о семейных образах. Но есть и примеры в Писании, где мы видим, что Бог изображен как мать, имеющий материнские качества. Также Он изображен как муж. И в Ветхом Завете мы часто читаем о нем как о муже Израиля, неверного Израиля. Однако эти образы не ограничиваются теми, в которых Израиль — жена Бога. Также Бог в различных текстах Писания изображен как друг или как возлюбленный. И все эти образы взяты из семейной жизни или из межличностных взаимоотношений.
Но если речь заходит о том, что люди делают, об их профессиях, о тех ремеслах, которые им знакомы и которым они научены, то можно составить другой перечень образов Бога. Бог изображен как пастырь. Иисус Христос говорит о самом себе как о добром пастыре. Где-то Бог изображен как художник, как тот, кто своей рукой нарисовал небеса, поместил на них звезды и все сотворил таким прекрасным. Также мы видим Бога как строителя. И речь здесь не столько идет о частных домах, но о том, кто выстраивает общество, народы и тому подобное. И уж, конечно, в Писании мы находим образ Бога как учителя. Мы приходим к Нему за мудростью, за советом. Также часто Бог изображен как книжник, как автор. Этот образ очень часто встречается. Быть может, чаще в Ветхом Завете, чем в Новом. Но, конечно, и в Новом тоже. Также мы видим Бога как воина. Вспомните тексты из книги Откровения. Вот, к примеру, скажем, 19 главу книги Откровения, стихи 10, 11 и далее, где Бог нисходит с неба и вступает в сражение против своих врагов. И это происходит в конце Великой Скорби. И также есть тексты, которые позволяют нам видеть Бога как торговца или купца, подобного тому, кто занимается такой профессией. Третий список образов взят из народной жизни. И здесь у нас три основных образа. Бог очень часто изображен как царь, также как судья, но, к счастью, есть еще один образ. Это образ спасителя, искупителя, избавителя своего народа. И все эти образы можно увидеть как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Если подвести общую черту под этими образами, чему они учат, то в целом они показывают, что Бог вовлечен в жизнь своего народа, в жизни людей. И Он совсем не выглядит как Бог, который отстранен от жизни людей и совсем не заботится о том, что происходит в их жизнях. Что ж, затем еще есть вопрос имманентности и трансцендентности. И если мы читаем Писание, то часто видим и убеждаемся, что Бог очень близок к нашему миру. Он никогда не предстает отстраненным и очень далеким. Мы нуждаемся в Его помощи, и Он, конечно, имманентен по отношению к верующему. Причем сильнее, чем по отношению к неверующим. И мы читаем, что в новозаветную эпоху Дух Святой сходит и обитает в нас, и тем самым привносит присутствие Христа в нашу жизнь. Но это не означает, что мы сами становимся божественными. Но это не означает, что Бог не трансцендентен. Он на самом деле трансцендентен. Что ж, следующий пункт в нашем конспекте, я не буду углубляться в это, но мы лишь упомянем три модели христианского теизма. И нам нет смысла разбирать это все подробно, потому что мы уже все это разобрали с вами. Итак, мы с вами разобрали различные пути, как Бог может пониматься, какие существуют концепции Бога, какие есть образы Бога в Писании. И также мы с вами разобрали, как понимался Бог в христианском богословии на протяжении веков, вплоть до сегодняшнего времени. Пожалуйста, любые замечания и вопросы.
Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Есть ли параллель между процесс-теизмом и пантеизмом? Что ж, процесс-теист скажет вам, что есть. Но если мы внимательно посмотрим, то мы увидим некое подобие, так как процесс-теизм утверждает, что Вселенная — это Божье тело, а пантеизм, как вы знаете, утверждает, что все есть Бог. И пантеизм, как вы знаете, включает в понятие Бога не только материальную Вселенную, но также и все нематериальное. И согласно пантеизму, у Бога нету двух полюсов, один из которых — это концептуальный полюс, который включает в себя все, чем Бог может стать, а второй полюс — физический, который содержит в себе все то, чем Бог уже стал. Вот пантеизм, он не включает в себя такое понимание Бога. Поэтому да, есть некие схожести, но это не одно и то же. И уж, конечно, пантеизм существует очень-очень давно, на протяжении многих-многих столетий, а процесс-теизм существует лишь с начала 20 века и с тех пор становился лишь все более популярным. Почему в названии используется слово «процесс»? Потому что все, что существует, согласно этому пониманию Бога, все еще вся Вселенная находится в процессе становления. Ничего не статично на самом деле. Вот вы понимаете, что здесь происходит процесс отрицания греческой метафизики, потому что древние греки смотрели на этот мир, и он им представлялся постоянно меняющимся. Но если все меняется, то они задаются вопросом, а что же стабильно? То есть, каким образом можно построить сообщество, как следует понимать Бога или человеческую природу? Поэтому древние греки искали что-то, что стабильно посреди всех этих изменений. И они искали, определяли для себя субстанции, существа вот такого рода, которые были неизменны, а потом уже воспринимались атрибуты, которые подразумевали какие-то изменения. И также понятно, что они понимали богов, которые существовали всегда и которые неизменны. И вот процесс-теизм указывает на трудности в таком понимании, потому что в таком случае Бог становится очень отдаленным. Его совсем не должно беспокоить то, что происходит в этом мире. Он не испытывает никаких эмоций, никогда не меняет своего решения. Но это все не согласуется с тем существующим, что мы видим, потому что все вокруг находится в процессе изменения, причем постоянно. И, по сути, все, что делает процесс-теизм, это то, что он говорит, что все, что на самом деле существует, обладает той же самой природой, что и все остальное, что когда-либо существовало и существует. И эта природа подразумевает постоянное изменение, постоянное преобразование. И в этом правиле нет исключений ни для чего и ни для кого. А это означает, что и Бог находится в процессе изменения и преобразования. И для многих людей, которые не хотели бы верить в Бога далекого, недоступного, нематериального, кажется это привлекательным, тем более если посмотреть на этот мир, то даже то, что нам кажется статичным, если посмотреть повнимательней, скажем, даже если вы посмотрите на эту тряпку под микроскопом, изучите на атомном уровне, то вы увидите, что на самом деле все не так статично, что есть изменения. Поэтому вот такая метафизика, такое понимание лучше согласуется с нашим опытом, с тем, как мы воспринимаем этот мир, чем подход древних греков.
Но если мы примем эту метафизику как всеобщую, которая включает и объясняет все, то правила, применимые к нам, должны быть применимы и к Богу. А Бог — это то, что на самом деле существует, а все на самом деле существующее проходит через процесс изменений и становления чем-то новым. А у Бога, как у верховного существа, конечно, гораздо больше возможностей, больше потенциальностей, но тем не менее все существующее, включая Бога, претерпевает процесс изменения. И последний вопрос. Как они воспринимают божественность Господа Иисуса Христа? Что ж, они понимают божественность не так, как мы читаем это в Писании. Они скажут, что Бог, который существует, божественен. Но при этом это совсем не то, как Писание понимает божественность. Поэтому Иисус — это просто всего лишь еще один человек, быть может, очень религиозный, очень умный, но он также реально существующий. Поэтому совершенно очевидно, что они не верят в Бога-человека. И если говорится что-то подобное, то только лишь в чисто метафорическом смысле, в образном смысле. И значение метафор может быть разным. Но ясно вот что. На протяжении тех уже немалых лет, когда процесс теизм был известен, сторонники процесс теизма в основном пытались объяснить окружающую нас реальность и как это все отражается на понимании Бога. И вот когда все больше и больше людей стали принимать эти идеи и стали знакомиться с различными принципами и пониманиями метафизики процесс теизма, то стали появляться вопросы, а как же тогда нам понимать Иисуса Христа? И также стали возникать вопросы по другим темам, на которые должно отвечать богословие. Но на самом деле вы не найдете подробно разработанных ответов, выстроенных доктрин в том виде, в каком вы привыкли их видеть и в каком вы их ожидаете. Потому что главное в процессе теизма — это объяснение существующей реальности. И уже применение этого понимания не только к нам, но и к самому Богу. Но спасибо, очень хороший вопрос. Есть ли еще вопросы? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.